Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это натуральные камни. Это серьги от известного ювелирного бренда Теоса. А это династические ювелиры, которые годами продлевали свою династию и творили шедевры с итальянским шиком. Для вас сегодня серьги-подвески Риана инкрустированы натуральными природными самоцветами. Это изумруды, сапфиры или рубины по цене, которая действует только сегодня. И мы знаем ваши отклики, мы знаем вашу любовь к драгоценным камням и к украшениям. Именно поэтому мы дополнительно снижаем цену, но только на сегодняшний день. Представляет драгоценные камни первого порядка наш алмаз. Олеся Трофимова, эксперт-гемолог, эксперт по оценке ограненных алмазов, неповторимая Олеся Трофимова. Здравствуйте, наши драгоценные. Сегодня камни первого класса станут вашими. В уникальном классическом исполнении серьги-подвески Риана. Драгоценные камни, сапфиры, изумруды и рубины в драгоценном серебре, покрытым родием. И, конечно же, фианиты, которые выглядят как бриллианты. Английский замок – это надежность. И, конечно же, высота наших серег позволит носить эти украшения абсолютно каждый день. 27 миллиметров высота таких серег. И это натуральные природные камни. Есть все паспорта качества, есть все подтверждения подлинности и чистоты этих камней. И цена, которая действует только сегодня, 1999 рублей. Вот они, паспорта, и здесь написано 2 рубина, 2 сапфира и 2 изумруда. Натуральных. Посмотрите, сейчас, кстати, обязывают производителей писать слово «натуральные». Это камни первого класса, первого порядка, которые сделают из вас настоящую статусную женщину. Королеву. Вы будете транслировать свой прекрасный вкус и свою состоятельность окружающим. Ну, согласись, потому что натуральные камни все-таки выбирали для себя именно королевские особы. А я знаю, что изумруды носила всегда Клеопатра. И она, знаешь, когда к ней мужчины подходили, они просто меркли перед ней, они дрожали, они боялись и всегда были покорены ее красотой. Изумруды – это привлечение богатства, финансов. Что вообще обозначает изумруд, Олеся, расскажи. Ты знаешь, изумруд был известен еще за 3000 лет до нашей эры. В первых цивилизациях Вавилонии, Ассирии, у шумеров его носили уже, почитали. Это камень, это символ долголетия. Мудрости, долголетия. Представляешь, вот раньше не было медицины развитой. Да. В изумруд вкладывали большие надежды, он действительно давал здоровье. Это камень, который приносит здоровье, это первое. Он вносит гармонию в ваш внутренний мир. Он, вы знаете, ваш разум и сердце приводит вот в такое состояние, что вы можете принимать верные решения. Он наделяет мудростью, и он привлекает финансовое благополучие. Посмотрите, у нас серьги, у нас есть также кольцо и подвеска, а три камня дают большую энергию. Ну и тем более, смотрите, у нас кольцо за 1999 рублей, а серьги – это в два раза больше драгоценного камня, драгоценных металлов и фианитов, и серьги по цене кольца за 1999 рублей. Рубины выбирает наша Олеся. Кстати, я тебе хочу сказать, рубины выбирала и моя бабушка. Я не с дедушкой. Дедушкой прожили 75 лет, мне кажется, даже больше, и они так любили друг друга. Дедушка бабушку просто обожал. Он говорил, что наша Марья Филипповна самая красивая женщина. Ты знаешь, рубин является камнем любви, самым главным камнем женщины. Я выбираю для себя рубины, потому что люблю испытывать эмоции, люблю влюбляться, люблю чувствовать себя счастливой. Посмотрите, серьги в классическом исполнении с драгоценными натуральными рубинами, которые у нас еще и в огранке. Груши, это самая элегантная огранка. Эти камни, которые дают нам энергию, эти камни, которые предпочитали монархи, они делают и нас, знаешь, они приобщают нас к королевским особам. К высшему обществу. А, кстати, между прочим, сапфиры – это также камни королей, потому что их носила и наша Екатерина Великая, и принцесса Диана. И ты знаешь, что когда женился младший сын, старший, которому было унаследовано кольцо мамы, отдал невесту и сказал, это потому, чтобы вы почувствовали, что мама как будто с нами рядом. Принцесса Диана носила 30 лет
лет назад это кольцо. Посмотрите, что значит классика. Классика никогда не выходит из моды. Вот он, классическое обрамление кольца, да, украшение. Когда в центре у нас драгоценный камень, а вокруг бриллианты. В данном случае у нас фианиты для того, чтобы сделать более демократичную стоимость. Но фианиты ничуть не уступают бриллиантам по блеску. Мало того, их невозможно визуально отличить от бриллиантов. Мне очень нравится, как смотрятся и наши фианиты, как они подсвечивают сам камень. И вот интересно, у меня тоже дома в семейной шкатулке есть кольцо с сапфиром. Я точно знаю, что сапфир – это царь-самоцвет, который исполняет желание. Мне на свадьбу мой двоюродный брат подарил кольцо с сапфиром. Я спросила, почему не кастрюля, почему не постельное белье? А он говорит, потому что сапфир – это уникальный камень, он исполняет желание. И мы тогда с мужем загадали первенца, чтобы у нас родился сын. И действительно, через год у нас появилась не дочка, а именно мальчик. Мы назвали его Ванюшей, а впоследствии уже появились две дочки. И вот знаете, когда хранишь это кольцо, вообще именно украшение с натуральными камнями, понимаешь, что когда сын женится, я могу передать его невесте, его жене именно такой подарок дорогой, подарить унаследовать. Ты знаешь, драгоценный камень для всех возрастов. Я, кстати, своей дочери на 17-летие дарила тоже сапфировое кольцо в белом золоте. Я ее спросила, дочь, что тебе нравится? Кстати, даже моя дочка показала именно на классическое исполнение, потому что для всех возрастов такие модели подходят. А раньше считалось, что более для зрелых женщин. Mm-hmm. Почему? Потому что эти камни всегда были очень дорогие, молодые девушки просто не могли себе их позволить, конечно. Поэтому придумали такую отговорку. Да, откуда взять у студентки, например, такие деньги? А сегодня у вас за 1999 рублей камни первого порядка вы можете взять и себе, и мамочке, и доченьке своей, и внучке. Это самые доступные цены. И это будет уникальный подарок, который вы дарите сегодня себе. И это натуральные камни, которые излучают магию. Почувствуйте магию природы. Рубины, сапфиры, изумруды. Это ваш личный талисман, ваш личный оберег. И это бренд Тиоса, это итальянский дух невероятного качества. Подарите себе моменты радости, и эти моменты привнесут в вашу жизнь годы счастья. Коллекция, которая носит имя Теодоро Сантини, она неспроста такая, потому что это невероятное качество. Успейте сделать свой первый заказ и забирайте полностью коллекцию, подвеску, кольцо и серьги.